Привет, друзья! Сегодня вновь рубрика «Полезные оружейные девайсы». И вашему вниманию я хочу предложить, показать вот такой вот полезный девайс. Это инспекционный фонарь. В принципе, в нем ничего сложного нет. Обычный фонарик, но он особен тем, что на нем вот такая вот насадочка есть, резиновая, с световодом изогнутым. Здесь обычный светодиод, надета резиновая насадка, и кнопочкой в торце мы включаем этот фонарик. Простая, но очень удобная вещь. К примеру, нам надо посветить в ствол, либо в какой-то там уголок. В принципе, можно это сделать и фонариком, но фонари очень яркие. Если, допустим, ярким фонарем посветить ствол, то появляются какие-то блики, ослепляешь себя. И, в принципе, фонарем смотреть неудобно. Долго я думал, как это решить вопрос, так, чтобы спокойно посмотреть, не спеша, не торопясь. Параллельно я разбираю, здесь кнопка. Вот. И нашел вот такой фонарь фирмы Holbs. Две батарейки типа 3А. Незатейливая вещь, но очень полезная. Вот. А этим фонарем, он не яркий, но однако светит. Запросто засовываем ствол и смотрим. Также можно посветить патроник, посмотреть, в каком состоянии. Ну, в общем, этот аксессуар лег у меня в набор чистки и, в принципе, будет там жить. А сейчас вот тут как раз есть образец, на котором можно и посмотреть, как этот фонарь работает. Вот, в принципе, камера плохо подлазит, но можно посветить ствол, как прекрасно все видно для глаза. Ну вот, можно посмотреть какие-то там полости, или вот там газовая камера. Вот, хозяин плохо чистит, сразу видно. Полезная мелочь, которая помогает.